В Будокошелевском районе продолжается строительство нового свиноводческого комплекса, одного из крупнейших в Гомельской области. Его мощность 24 тысячи голов в год. Сейчас работы выполнены более чем на 80%. Устанавливается технологическое оборудование. Решение реализовать этот масштабный проект на унитарном предприятии Андреевка было принято не случайно. Более 40 лет здесь существует единственный в районе свиноводческий комплекс государственной формы собственности. За это время оборудование износилось на 100%. Строительство нового современного комплекса началось весной 2020-го. Работы планируется завершить в декабре этого года, но учитывая экономическую значимость нового свиноводческого комплекса, он будет сдан в эксплуатацию намного раньше. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле были награждены лучшие сотрудники правоохранительных органов области. Заслуженные награды они получили из рук председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья, а также начальника областного управления внутренних дел Александра Васильева. Представленные к наградам правоохранители разных званий, у каждого свой стаж работы в силовых структурах, однако их объединяет искренняя приверженность нелегкой задаче – защищать закон. Геннадий Соловей пожелал милиционерам всегда оставаться сильными и мужественными на благо родной Гомельщины. Торжественный прием женщин прошел в областном общественно-культурном центре. На мероприятие по случаю наступающего весеннего праздника собрались жительницы всех уголков Гомельской области. Почти 150 из них – участницы конкурса «Женщина года», победительницы которого определены в 7 номинациях. Выбрать среди лучших, самых достойных – задача невыполнимая. Каждая женщина заслуживает восхищенных взглядов, восторженных комплиментов, ежедневного внимания и глубокого уважения, отметил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. И все же лидеры определены. Победа в номинации «Материнская слава» досталась матери-воспитательнице отдела образования Ельского района Татьяне Сингаевской. В номинации «Успешный лидер» отмечена главный редактор газеты «Маяк Полесья» Галина Шевченко из Брагинского района. Директор Мозырьского государственного областного лицея Инна Лагун награждена за активную гражданскую позицию. Медсестра Хойникской районной больницы Марина Тарасовец стала победительницей в номинации «Женская доблесть», а в номинации «Духовность и культура» директор картинной галереи имени Ващенко Людмила Шамбалева. Статус хозяйка села в этом году получила заместитель директора филиала агрофирма имени Лебедева «Рубгомельэнерго» Олеся Кривицкая. В номинации «Сердце отдаю людям» лучшей стала главный врач Гомельской областной туберкулезной больницы Наталья Журавлева. Награды выдающимся женщинам вручали мужчины-руководители предприятий области.